Вот сегодня 27 марта 2015 года, пятница. Приходили наши друзья Тоня Гладких, Долгова Нина. И Тоня принесла меду. Я лежу сейчас, лег спать, это у меня палатка военная. Видишь, я как сплю-то под военной палаткой, по-солдатски, как царь Николай Первый. И говорю, вот смотри, везде война, на нас сегодня не нападали. Я перечисляю, которые нападают в интернете, где-то враги. А сегодня их почему-то никого нигде не было. Вот беру бумажку и записываю, уже ложится спать, и вдруг сообщают. Ребенка звать Антон. Его усыновили из Америки, а у него кожа там, не прикоснуться, не залопается. Ну помолитесь, из Америки. И вот сколько в последний момент уже звонят помолиться. Но уже лег спать. Надо ночью встать помолиться, днем. Записал всех, помолились с Володей. Ну все, понятно. Сегодня, Господи, владыка живота моего не считается, потому что уже суббота наступает. День так, Володя, какой был большой-большой. Сколько людей было, сколько звонили. Все у нас в достатке. Медовый день какой-то. Меду принесла Тоня, она пчел держит-то. Мы его разделили, уже расфасовали. Ну, там она принесла немножко, там, может быть, литра два. Но это много, конечно, для нас. Помолились, ложимся спать. Я говорю, у меня загрузка идет здесь, сегодняшних занятий. Остальное все загрузил. Сейчас, через час надо вставать. А вставать это значит, ну, что, помолиться. Удивительно живем мы. Столько у нас радости. Вот, самое счастливое время в одни, вот когда ложусь спать, это моя постелька. Лягу сейчас, вытянусь, носочки надену. А носочки-то не простые у меня есть еще. А это ураган, который ездил с нами, чемпион России, из собачьей шерсти. Я их берегу, редко надеваю. А остальное там другие, тут носки у меня есть, вот они. Вот, ну сегодня как-то вроде разогрелся. И вот ложиться спать, все припомнили. Еще раз, я говорю, знаешь, везде война идет. Пусть ярость благородная вскипает, как волна идет, война народная, священная война. Вот с фашистской силой грозной, вот какие слова придумали. Им ордена дали этим людям. Страна была в опасности. Как бы вместо одного тоталитарного режима другой не пришел. За что бились, говорит, а потом ничего не осталось. Ну что, такова жизнь. Надо молиться Богу. Лег вот сейчас и запел. Володя не подпевает ничего. Идет война народная, священная война. Мы боремся за правду, за христианство, за православие. Вот это все в духовном плане. Вот. Как пришли, как с фашистской силой грозною. Вот, а мы с грехом, с дьяволом боремся. Это та же самая война идет. Все, отхожу. Ой. Здорово-то как. Вообще здорово жить на земле. О, смотри, как все у меня. Военная палатка, 2 метра на 2 метра. Это я вел занятия в высшем авиационном училище города Барнаула. Ну, а Ельцин-то был и решил, что авиаторы не нужны, милиции не хватает. А теперь тут милицейский институт. Я на закрытие ходил, у меня хорошие связи там были. Ну, и когда расформировали-то, ну, когда что-то делят добычу, говорит, волк задушит и вороне достается. Я там генерал был, полковник, они все ко мне в Потеряевку приезжали. И они нам дали, не знаю, 70 шинелей дали, кажется, 70 кителей. Там брюки военные, авиационные. С погонами все так и отдали. Ну, мы все постирали здесь. Большие прачечные в Барнауле возили туда на тележке. И Барнаул. А материал-то хороший, прямо хороший. И комары прокусить не могут. Я ребятишек одену, они как солдаты-швейки у меня там. Ну и один там милиционер поселился в Потеряевке-то, и он решил нас поддеть. Дескать, Лапкин достал где-то форму, военизированная охрана, они хотят отделиться от России, что-то такое наплел. Ну, начали проверять меня. Милицию вызывает МОП, это
милиция общественной безопасности-то, он накрутился, подполковник милиции к сыну приехал, и покосной мужичонка был, дружинин Геннадий Петрович-то. Ну и надоедает и надоедает. И я подал на него в суд, и по статье 129 клевета. Его как зацепили, и он от страха помер. Его нету сейчас. Прям от страха. Он ужас, он с ума сошел. Я в Барнауле, а Потеряевка 150 километров. Он бегает, к сестре прибежал, спасите меня. Игнатий едет убить, приехал убить меня. Они говорят, да он же в городе Барнауле. Нет, он здесь. Ну и помер. Бог опять освободил нас. Воюют которые, а никого нигде нет. Вот посмотрю, врагов нету. Нету. Бог хранит. А у нас все есть. Дали подушек мне 70 штук, кажется, авиаторы эти. Дали эти под ноги стелить ребятишкам половички такие. Там еще что-то. Сумки, ранцы разные, фуражки, афганки такие. Ну, у меня вообще богато живу. И за что дали? Ни за что. То, что мы с ними были знакомы, там директор, не директор, а полковник Акопян Сергей Живанширович Потеряевку приезжал. Я говорю, ваш один тут обратился, покаялся, оставил учебу и к нам переехал, тут был время в Потеряевке. А что он такой, я говорю, бестолковый-то? Так а мы все, говорит, такие, раз, два, три, дальше считать не умеем. Ой, какое же развитие это военное-то? Ну, сказали, рычаги дергаешь, говорит, сидишь. Я попутно все вспоминаю. Он посмотрел, какой порядок у меня. Ребятишки как сидят, стройно. Все говорят, у меня, говорит, в авиационном училище такого порядка нету. Порядка нет такого. У нас в христианском лагере, за столом молчание. Все скандируют, Россия должна встать, лозунг. Россия – это мы! Вот так вот. Но он посмотрел. Приехал, все, сильно понравилось. Хороший, вот депутат, кажется, был здесь. И вот лежу, попутно все это вспомнилось. И вот как одна женщина, которая потеряла все, и говорят, вот, ну, у вас вот все потеряно, а что самое печальное у вас, говорит, вот такое. Она говорит, вот когда вечером я иду, ну, летом это еще, зимой-то она где-то в подземелье, там, трубы где обогревательные идут. А летом иду, говорит, и вижу, как люди ложатся спать, койки свои расправляют. И когда-то у меня была коечка, была постелька. Как я жалею, что тогда не ценила. И поэтому для меня самый счастливый момент в одни, когда я ложусь, все, пригрелся, все закончилось. И до того приятно, говорят, бессонница, Бог милует, сохрани Бог. Ну, сейчас, через час мне вставать надо будет. А там бывает еще ролика 3, тут всю ночь вот так вот. А в 4:40 уже все, мы встали окончательно. Днем не ложимся. А сейчас вот тут уже 11 часов, наверное, скоро будет. Да? Ну и считай. А другой раз засидимся еще дольше. Целый день на душе спокойно. Хлеба нам напекла одна сестра Щукина. Мы ей даем мешок муки, она пополам его себе, половина нам. И печет, мы всю зиму не покупаем. За электроэнергию заплатили ей, и она старательная, болящая, делает хлеб вкусный. Вот все есть у нас. Благословен Господь, Господи, слава Тебе, чудо Божье. Еще день пошел, да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его. Яко исчезает дым, да исчезнут. Яко тает воз от лица огня, так, когда погибнут беси. От лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем. Да веселимся рекущие, радуйся крест Господень. Прогоняй бесов силой на Тебе распятого Господа нашего Иисуса Христа, отшедшего, поправшего силу дьявола. Даровавши нам крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный же творящий крест Господень, помогай мне со Пресвятой Госпожой и Девой Богородицей, со всеми святыми небесными силами, всегда, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аминь.